Одно из важнейших направлений развития охотничьего хозяйства – вольерное дичеразведение. В условиях вольера можно полностью контролировать поголовье животных и решать любые племенные, зоотехнические и ветеринарные задачи. Создание вольерных хозяйств – это эффективный способ сохранения природного разнообразия и восстановления сократившихся популяций многих видов животных. Это важный шаг в деле защиты дикой природы. Вольерное хозяйство. На телеканале «Дикий».